Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами Таша в магазине. Сегодня я хочу показать новинки из магазина «Светофор», который находится по адресу Цельноградская, 2/6, город Краснодар. В конце ролика покажу мои покупки. Всем желаю приятного просмотра. Антиперспирант «Прелесть Био», сверхзащита с экстрактом алоэ вера, бережно ухаживает за кожей, 100% натуральный фитокомплекс. Объем 200 мл, изготовитель Ставропольский край, 79,50. Детский шампунь-гель 2 в 1, морские приключения, гипоаллергенно. Запах очень вкусный. Мягкий уход, объем 500 мл, изготовитель Ставропольский край. И второй вариант, также 2 в 1, гель и шампунь, объем 500 мл, персиковый нектар, запах тоже очень приятный. Без слез, 2+. Изготовитель Тульская область, 80 рублей 50 копеек. Наконец-то появилась приправа букет перцев, давненько ее не было. Масса нета 60 грамм. Мельничка, изготовитель Саратовская область. Из этой же серии чеснок, травы и соль. И приправа для курицы, 43,50. Секрет монарха, рожок рифленый, высший сорт, вес 400 грамм, время варки 7-10 минут, макаронные изделия, итальянские традиции, изготовитель Ставропольский край, 16,50. Удачный день, нектар с мякотью, яблочно-персиковый, Медведовский завод, Краснодарский край, объем 1 литр. 45 рублей. Набор «Новогодний ларец». Вес 930 грамм. Изготовитель «Город Нальчик». Такую упаковочку я сегодня куплю и в одном из следующих видео покажу состав этого набора. 255,50. Скумбрия свежемороженая, Эквадор. Хороший выбор сегодня. 145,50. Свинина на кости, туши, полутуши и разруб. Видно, мяско очень свежее. Розовые симпатичные кусочки лежат. 209 рублей за килограмм. Тушка утенка потрошенная. Озерка. Первый сорт. Уточки все разные. 2,49 масса нета вот этой тушки. Не забывайте смотреть всегда срок годности. Друзья, на обороте есть рецепт блюда. Утенок с яблоками и сельдереем. Ингредиенты и время приготовления. Производитель Ростовская область. 239,90 за килограмм. Сельдь слабосоленая в масле шхуна. Вес 500 грамм, очень аппетитная, уже в принципе можно к Новому году и покупать. 123,50. Лимоны Турция, цена за килограмм 58,50. Пирожное заварное профитроли, вес 900 грамм, изготовитель Краснодарский край, 164,50. Майонез «Слобода семейный», экономия 20%, натуральный продукт, 800 мл, 50,5% жирности, изготовитель «Белгородская область», надо взять на пробу, 82 рубля. И снова здравствуйте, с вами Таша в магазине. Закупки из магазина «Светофор». Покажу сейчас все поближе и расскажу. Закупила салфетки. Впереди новогодние праздники, будет полный дом гостей. Скорее всего, приедут наши друзья-москвичи, поэтому закупаемся заранее. Взяла ларец новогодний. Цена 255 рублей. В одном из следующих видео покажу, посвящу полное видео именно этому новогоднему подарку. Вскрою, расскажу, какие конфеты, покажу в разрезе. Туалетная бумага. Нектар яблочно-тыквенный. 45 рублей. Сейчас скрою и попробую, вкусный он или нет.
Вообще эта серия, все нектары очень вкусные. Вкусный. Покупать можно. Смотрим дальше. Взяла винные напитки на пробу. В одном из следующих видео я их вскрою и расскажу, вкусные или нет. Ну, поделюсь своим впечатлением, скажем так. Купила на пробу майонез Слобода. Цена у него 82 рубля. Ну, по крайней мере, раньше этот майонез всегда был вкусный. Вообще майонез стараюсь покупать редко. Но иногда бывают такие ситуации, когда ты приезжаешь с работы, и тебе нужно срочно что-то сготовить, где нужен майонез. Стараюсь делать дома сама. Делается он очень легко. Если кому-то интересно, пишите в комментариях, обязательно расскажу и покажу. Пробуем. Майонез ничем не отличается по вкусу от того майонеза, который мы покупаем в обычных сетевых магазинах. Поэтому, друзья, рекомендую, напомню, 82 рубля. И сейчас я еще попробую профитроли, которые купила в магазине Светофор. Такие я ни разу не брала. Сейчас вскрою и посмотрю. Поделюсь с вами честным мнением. Вот так. Прям вкусненький. Только откусить невозможно. Нежнейший крем. Профитроли. Ну, очень вкусные. Рекомендую. Цена 164 рубля 50 копеек. Очень вкусные. А сейчас, друзья, я переведу камеру и покажу поближе все товары, которые я купила в магазине Светофор. Купила пресервы «Морской коктейль» в рассоле. В одном из следующих видео я его вскрою, покажу поближе, попробую и поделюсь своим впечатлением. Цена 159 рублей. Хочу показать вам поближе коробочку профитроли. Посмотрите, сколько крема внутри много. И он действительно очень вкусный. Напомню, 164,50. Игристое вино. Традиционное, полусладкое. 169 рублей. Винный напиток 129 рублей. Масло сливочное «Коровка». 82,5% жирности, 78,50. Макаронные изделия «Секрет Монарха», 400 грамм, цена 16,50. Сразу взяла 4 пачки, надеюсь, что они хорошие. Также взяла букет перцев, 43 рубля. «Прелесть Био» в этом магазине другой, тоже взяла. Перец черный молотый, 15,50. Лимончики, те же самые, с тонкой шкуркой. Разрежу еще раз, покажу вам поближе, кто не видел. Лимоны вкусные. Цена 58,50. Вот я взяла, у меня получилось на 55 рублей. Рахат лукум. Цена 47,50. Покажу вам поближе. Очень приятный, нежный, вкусный. Кто любит, можно побаловать себя. Кетчуп «Балтимор», цена 29 рублей. Такой кетчуп мы берем часто, он вкусный, рекомендую. Также взяла сельдь «Шхуну» в масле, слабосоленая, цена 123,50. В одном из следующих видео поближе расскажу, вскрою и поделюсь своим мнением. И, друзья, я сегодня еще купила полотенчики. 100% хлопок. Взяла вот такие зелененькие 4 штуки. Такие маленькие я специально взяла для кухни. Мне они очень нравятся, в том плане, что они очень хорошо впитывают. Также взяла полотенце побольше. Это у нас размер 50 на 80. Вот такое. Это я взяла в ванную комнату для лица. Освежить. И взяла еще одно полотенце, уже большое. Это я купила младшему сыночку своему любимому. Размер 70 на 130. Такое полотенце стоит 199 рублей. Точно такое же качество, клевое. Очень хорошо впитывает, 100% хлопок. Сумма по чеку 2263 рубля. Друзья, всем желаю отличных покупок, хорошего настроения и до новых встреч!